Всем привет! Вот приобрел очередной хлам за несколько сотен рублей, то есть, если быть точнее, 300 рублей. Как бы система должна быть рабочая, как обещала хозяйка, но есть изъяны. Ну, то есть, в виде вот такого вот тела, как бы, ну и там еще по сабвуферу там что-то там болтается, короче. Еще вот тут фазики отлетают. Так, это у нас система 2.1, моделька Sven MS915. Мощность сабвуфера 10 Вт, плюс 2 колоночки по 8 Вт. Полная комплекция, провода. Будем разбирать, устанавливать и продавать. Самое интересное, хотел показать. Это не вот, я не знаю, может узнать, конечно, потом посмотрю в интернете, завод ли это или нет. То есть, по идее, вот как бы, да, правильное расположение. Типа сверху как бы пищалочка, да, и мидбас. И ножки почему-то у нас здесь сверху. Ну, либо я клеили, что мне кажется, вряд ли девочка будет этим заниматься. Ну, либо как-то заводской брак уже. Вот. И еще одно. Вот смотрим внимательно. Здесь у нас как бы высокочастотный динамик. Если перевернуть лицевую часть, тут его нет. Никаких проводов. То есть это уже нас с завода заведомо обманывают. Очень будет интересно послушать, есть ли тут вообще какие-то верхние частоты. Сейчас попробую все это дело соединить и вообще, что хоть из этого это из себя представляет. Поет ли вообще работать или нет. И есть ли смысл вообще восстанавливать. Прежде чем запустить, мне, кстати, стало интересно, что же там болтается. Тем более у нас фазик окажется вот так. И, в общем, я не доставал, но я там заглянул, посмотрел. Сейчас мы, наверное, вместе посмеемся. Это у нас зубная щеточка. Вот такая вот интересная. Oral-B. С виду как будто бы не использованная, но очень пыльная. Ну, что ж, можно ее восстановить и продать. Шутка. Ну, куда-нибудь в хозяйстве пригодится. Допустим, спиртом оттирать платы от флюса. Самое то. В общем, подключил, проверил. Один выход не работает, получается, от колонка. Менял местами, не помогает, как бы. Ну, будем разбираться. А так, в принципе, ну да, высокие такие здесь, больше середины, чем высокие частоты, к сожалению. Ну, басы вроде какие-то есть, но для 13-сантиметрового динамика, мне кажется, слишком маленький объем корпуса. Опять-таки, это портативная, дешевая китайская система 2.1 для компьютера. Как бы от нее чего-то сверхъестественного ждать не стоит. YouTube, надеюсь, не заблокирует, но так, на всякий случай, сейчас давайте еще один трек какой-нибудь. Так, что тут у нас? Ну, все по стандарту. Громкость, высокие частоты и бас. Так, вот мне только интересно, бас здесь прибавляется вместе с сабвуфером. Да.
К сожалению, я тут вместе с, по-моему, так, ну сейчас посмотрим. А нет, все-таки сабвуфер здесь отдельно регулируется. Ну что ж, будем разбирать полностью, смотреть, в чем причина. Постараюсь записать на видео, выпущу, наверное, уже отдельным роликом, что делалось и что получилось. Посмотрим, уже попробую куда-нибудь поставить более интересное место, не перед собой. Интересно поэкспериментировать с этим сабвуфером. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И обязательно побольше комментариев, чтобы помочь поднять видео вверх среди просматриваемых. Всем пока. В общем, не удержался, стало прям реально интересно, будет ли он как-то вообще играть. И поставил в такой, ну, угол, где вот мой основной сабвуфер стоит. И я был удивлен. Басы все-таки этот сабвуфер неплохие выдает. Для своей мощности в 10 ватт даже очень хороший бас. Сейчас вот прикреплю в следующем видео небольшой фрагментик.